Извините. Что случилось? Извините. Можете поехать на другом лифте, это дальше не поедет. Извините. Что случилось? Ничего, я в порядке, господин Кавин. Что могло произойти? Посмотри на свое выражение лица. Ты совсем другая. Думаю, раз мы в компании, не нужно позволять личным вопросам влиять на работу. И я решила, нам лучше вернуться к тому, кем мы были раньше. Что ты имеешь в виду? Мы ведь вчера как следует поговорили, не так ли? Что касается вчерашнего дня, я просто хотела вспомнить, что было у нас в детстве. Ничего особенного. Думаю, мы должны сохранить дружбу, потому что дружба длится очень долго, и это более значимо, чем что-либо другое. Ты правда так думаешь? Да. Я думал, что мы поняли друг друга. Только не говори, что ты не смог забыть свою первую любовь. Считай это историей из детства. Теперь мы взрослые, мы должны отпустить прошлое, верно? Верь во что хочешь.